Ну вот, ребят, почему я не стал переобуваться? Потому что сегодня у нас херачит снег. Минус 4 утром. Сегодня в ночь обещают минус 8. Гололед страшенный, все скользят, визжат. Это ж, ну, слышно, как скользит у всех резина зимняя. Этот гребаный перекресток, за который я уже снимал, вот оттуда я выезжал. Вообще гиблое место. Я им писал как бы в мэрию, департамент транспорта. Дело в том, что они сделали навстречу стрелочку, дополнительную секцию для автобуса одного в час. Один автобус в час едет. Соответственно, когда там дополнительная секция загорается, нам долго горит красный, дольше, чем встречному потоку. Значит, этого мы тут погибаем вообще. Из-за одного автобуса в час мы погибаем тут вообще как черти просто. Тут жилмассив огромный. Несколько жилмассивов. Тут порядка 50 тысяч человек выезжает оттуда. Ну, 40 это точно. Каждый день. И каждый день люди погибают в этих пробках. Еще они вот здесь сделали дополнительную секцию для одной машины в час. Для поворота направо. Вот этот правый ряд. Вот туда направо. Гребаные ублюдки вообще, вот слов у меня нету. Все, что отметила мэрия, ну если послала просто нахер и все, сказали, что эта схема обеспечивает безопасность движения. Она, сука, обеспечивает, но она такие пробки создает. Но я думаю, что они специально это делают, чтобы здесь собрать пробку, а не там дальше, где уже будет больше автомобилей. Наверное, это сделано специально, я полагаю. Ну и вообще, в общем и целом. И вот здесь, естественно, все щемятся вот из-за вот этого знака, что которая правая полоса только направо. Они все вот здесь, видите, щемятся. Вот он лезет. Вот он. Видишь? Лезет. В наглую. Все щемятся. Тебя прям прессуют, давят. Это сейчас еще не небольшая пробка. Сейчас еще 6:47 утра, блин. И тут уже жопа. Можно виллы. Тут вообще, блин, весла с ушибли. Или пешком называется. Никто никуда вообще не едет, ничего просто. Здесь вот уже пробка. Витрина сегодня жесть просто. Машину вчера помыл, еле открыл сегодня, она примерзла. Гололед, ветер сильный. Все заранее притормаживают. Кто-то уже на лето переобулся. Я не знаю, сейчас как на летней резине сейчас ехать, это просто жесть. Вот такие вот дела. Так что нехер раньше переобуваться, день жестянщика устраивать тут. Все, всем счастливо.